кто-то спросит, а что здесь делает Жорик? Лежит? Обычно он лежит в другой комнате. А это же гнездышко Александра Дока. Что здесь делает Жорик? А мы с Викторией его спрятали здесь. Спрятали его полчаса назад, и вот он лежит. А спрятали его от Радочки, потому что полчаса назад она здесь прыгала на него, кусала его, трепала его. И нам стало его жалко, и мы решили его спасти. Вот, кто на нее нападал. Безжалостно при этом нападала. Трепала его. Решили вот Жорку спасти. Они так активно играют. И Рада не жалеет Жорика. Она его просто-напросто трепет по-черному. Вот сейчас стоит спустить Жорку. Или, например, ее поднять туда. Давай я тебя подниму. Иди. Иди, 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 иди. Иди. Вот так, все. И будет происходить. Знаете, как Жорка посмотрел, скажет, ну все, полчасика свободным побыл. И сейчас вот это вот реактивный снаряд мне подбросили. А? Реактивный снаряд. Сейчас она в себя придет. Вот так вот. И понеслась. И все. Недолгое счастье французского бульдога Жорика. Все. Жорка. Ну что поделаешь? Эй! Эй! Ну ты даешь! Нельзя этого делать! Я же как раз здесь сижу. Написала. Представляешь? За что? Жорик должен отомстить, а не она. Она мстит, когда, например, что-то... Ну, в общем, я так расскажу, что мы уезжали в Армавир на 3 часа. Приехали. А здесь вот была кучка. Не кучка, а лужа. Вот здесь, прямо на этом месте, лужа. Сегодня мы поехали в Кропоткин на рынок. Приезжаем. И вот здесь, вот там чуть дальше, точно такая же лужа. Потом мы с Викторией поехали на брошенные дачи. У нас есть там Гулькевский район. И наломали там вот таких веточек. Ну, там растения заброшенные. И она сделала вот такие букетики. Сейчас покажу. Вот они, гляньте, какие композиции. Видите, как красиво. И приезжаем оттуда. Она ждет третья кучка. Прямо вот здесь. Не кучка, а лужечка. Опять за то, что мы ее оставили одну. Ну, а как нам быть, Рада? Мы же тоже хотим каких-то развлечений, там, увлечений. Она нам мстит. А Виктория, вот сейчас еще покажу. Она везде сделала. Вот, смотрите, видите? И здесь такая композиция. О, здрасте, земляне. Я Александр Док. Вот показываю такую композицию. В общем, везде. И вот поставила у меня эти. На тумбочке. Здесь обычно мой телефон заряжается. И вот она любит такие композиции. Это тоже она выбирала вот это вот. Это обои такие. Видите? Итальянские. Вот она выбрала их и решила, чтобы они вот здесь были в прихожей. И такое ощущение, что
солнце, когда попадает вот сюда и светится, как будто бы, ну, вот эти цветочки, видите, как будто бы они светятся. А нарциссики, это она нарвала. У нас уже такие растут нарциссики. А там какие-то вкусняшки готовятся. Что-то будет такое. Яйрадочка. Яйрадочка будет? Да. Ага. Александр, док. Косточку мы тебе оставили. Я видел ту косточку. Кушайте на здоровье. Угу. Спасибо вам. Пожалуйста. А что, а секрет? Вот меня спросят, а из чего они сделаны? Какие-то какашки какие-то. Ты что? Ну что, может, ты пособирала у Рады? Да, сахарку добавила туда. И будешь нас кормить. Ну, что-то шоколадное. А это еще потом уже будет посыпаться. Потом орешки сюда еще будут. Ну, в общем, это только начало. Это основа. Ну, я так скажу, что будет очень вкусно. Да, а тут же еще у меня задание. Пока вы тут лежите, а там она мне, в общем, отдала пирог или тортик, там что-то такое, называется киевский. В общем, я ее угостил, Викторию, а она говорит, пойди собачек накорми вот этим тортиком. Ну, ела-ела, ну, ей как бы много, ну, не хочет полнеть и все. Говорит, можно собачкам дать. Ну, вот я и пойду. Сейчас угощу собачек тортиком. Он не сладкий, можно такой давать. Вот он, видите. Ну, я большой кусок взял просто. И она, это вам от хозяйки. И она говорит, ну я куда, ела-ела. Вон, видите, даже это осталось. На, Радочка, тебе. На тебе, Марсик. Иногда можно, я даю. Я шоколадные конфеты не даю. Ну, Лирик, на, тебе. Вот такой, знаете, основа у него, Марсик, основа творожная, поэтому такие можно давать. Я не знаю, он киевский или как называется, ну, творожный такой тортик. Лирочек, и тебе сейчас дам. Они тортик аккуратненько берут. Идите, идите, еще дам. О, как нравится. А жарь я секу. Еще тебе, Марсюшка. Ой. Еще тебе. На. Вот, Мирочка. И тебе, Лерочек. Ну, как понравился. На. На, ешь. Убегай, убегай. Жорику. Жорику, наверное, я дам там. А вот еще. На, Мирка. Это лучше, чем камни есть. Ну и пусть меня не осуждают, что я отдаю такое. Это не сладости. И даю я, ну так скажу, что, ну, может быть, год назад я их кормил вкусненькими. Иногда я даю печенюшки. Иногда мы сами блинчики едим и не спрашиваем. На. А вот такое вот сладенькое я даю. Но очень редко. Можно так сказать, что в год один раз или два, не более. Так, ну, а это жаресику. Тогда. Вот еще. Вот так. Жорки. Маршинчик, тебе еще. Все, Лерочек, тебе я дал два кусочка. Ну, пойду жареску угощу.
подождите-ка. Марсюнчик, Марсюнчик, пока не надо туда ходить. Пока. Вон там Жорик с дочей. Ну, все, трое тут, знаете, что будет такое? Пойдем, Жареська. Пойдем, быстрее. Пойдем тебе творожного пирога. Иди, 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 иди. Виталий, этот самый блюдечко. Пожалуйста. Или с этой съешь. Ладно, не надо. Найди, ешь с этой. Ешь. Да ты само пирожное ешь. А ты крошечки. Что ты такой скромненький? Ну что, вкусненько? Иногда я мороженое даю. Марсик у нас, он и вырос на мороженом. Я даже специально, знаете что, этот чашку такую для него соорудил, чтобы мороженое он с нее ел. Она белая там в гараже. Ну что, Жоржик, это тебе от хозяйки. Подожди. Вот так все. Ешь. О, сладенько. Ой, подожди. Я тебя замазал. А это Виктории дам. Пусть оближет руки тогда. Вика, тебе дать немножко? Спасибо. Я после жорки долежу. Ну, вот тут у меня тут есть чуть-чуть. Все, оставь немножко хозяйки. Хватит, Жорка. Вот тебе немножечко. Вот, на, пожалуйста. Вот. Вот. Кушай. Ни в чем себе. Ни в чем себе не отказывай. Не обляпайся. Не обляпайся. Ешь, ешь. Ну, что? Я стесняюсь. Стесняешься? Ну, быстро ты с ней расправилась. А куда ты вкусняшки дела? Тебе надо. Надо. Ночью приду, найду. Жорка, ночью придем, вкусняшки искать будем. Ну что, спасибо за вкусненькое. Все? Пойдешь в коллектив? Не пойдешь в народ? А, Жорка? О, а ты тут, а мы за тебя забыли. Ну и хорошо, тебе рано еще такие вкусняшки есть. Подрастешь, тогда и будем тебе угощать. Все, Жорик, можно и таким образом тебя спасать. Она тебе тоже не достанет сверху, она боится с дивана спрыгивать. И... это тоже своего рода спасение. Пойдем, Жоржечка, пойдем. Забирайте. Пойдем, мой зайчик. Стой, стой, стой. Стой, стой. Пойди, иди, стой, стой, давай, иди, иди, бегем, бегем. Все, всех Виктория забрала. Остался я один. Теперь вот это гнездышко осталось в моем распоряжении. Буду проверять комментарии. Это по скрипту. Они же убежали с Викторией сюда. Она сейчас будет кино смотреть. А я пришел и хочу сказать, что завтра Шурадочке день рождения, 4 месяца. Ну, может, завтра, сегодня мы примерно так посчитали. Потому что там роды шли 3 дня. Потом дату точно, что-то там мы не помним. Ну, в общем, вот поэтому и угостили их всех тортиком. Рада радуется. Вот она, наша радость, именинница. Ой, а какая засмущалась. Да что ты? Это ты такая у нас скромненькая, да, девочка? Гляньте, сразу глазки горят. Ну вот все, все человечество тебя обнимает, прижимает к себе. Все тебе хотят потискать. А как Виктория говорит, шлите подарки, шлите... поздравления. А, поздравления, вот это я что-то. Шлите поздравления. Ну и подарки что же, да? Да. Да. Пусть будут и подарки. И не нам, а Радочке. Она с радостью примет. Ну все.
закончились Жоркины спокойные минуты. Вот так вот она его будет мучить теперь до самого вечера. Потом он с такой большой радостью убегает в гараж. Вы себе представить не можете. Но зато и Радочка потом спит крепко всю ночь. В общем, получается, кто кого выгуливает. Ну что, пошел я. Все.